Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мюзик, и сегодня мы с вами послушаем Liberty Ephemeral Castle, ебаный рот, что с названием. Так, это один из немногих моментов, наверное, первый раз, да, когда мы слушаем у Liberty что-то больше трека, то есть типа EP-шку. Угу, это, по-моему, первый раз. Сейчас посмотрим, что он нам предложил. Интересно, многие просили, тем не менее, он набрал всего лишь 7% нашей голосовалки по фрешменам. Ссылочка на Telegram в описании. Обязательно голосуйте за своих любимых фрешменов и просто артистов. Каждую пятницу у нас происходят опросы. Не забывайте про Twitch также. На Twitch мы с ребятами смотрим реакты. Точнее, снимаем, блять, реакты и общаемся. Вот. Сусикс еще один воя. Ну, Сусикс это отдельный момент. Мы как бы его скипнем, скорее всего. А чел из-за Сусикса слушателей каких-то заимел. Понятно. Угу. Ну что ж, давайте смотреть, что это такое. Но в целом, ребята в чате пишут, что второсортно. Это может быть действительно так. Но хочется верить, что это не так. Вот. Трек-лист EP и дата выхода были опубликованы в Инстаграме и Телеграме артиста 23 июня. Окей, интересно. Но как будто я такой подобный трек-лист уже видел где-то. В таком же стиле. Только это, ну, не знаю, мне шрифт не нравится, если честно, но ладно. Вот. Увоя. Да, увоя, кстати. Скорее всего, увоя. Угу. Да, напоминаю, что в начале, как только я Liberty услышал, я всегда говорил, что это прям воя 33 один в один. Сейчас это уже не так, но вот это прям, да, ну ладно. Первый трек. Moon. Мехти и Тимати. Тимати у чела на продакшене, ебанешься просто, пиздец. Ладно, слушаем. Нахуй мне пачкать свои руки кровью, чтобы не сделал тебя не устроил. Ебать, моё залетело. Запах, я болен тобою, вижу эти лица без паранойи. Стоишь на краю, для меня это всё было не важно. Внутри перкассеты так сильно дамажит. Не чувствую их, заебался от фальши. Останови это время, я просто не хотен пепел. Жду, пока откроешь двери, я искал ответы в подземелье. Освещает один берег, на котором ты живешь мосты. Скажи, что ты видишь, и глаза цвета ини. Дай мне понять, что дышишь. Просто побудь со мной еще рядом. Она засветилась, отравила меня ядом. Все еще хочу, чтобы ты собирал взглядом. Нахуй мне пачкать свои руки кровью. Припев прям моет, блядь. Нахуй мне пачкать свои руки кровью, чтобы не сделал тебя не устроить. Для меня это все было не важно. Внутри перкассеты так сильно дамажит. Не чувствую их, заебался от фальши. Короче, припев как будто моет на минималках. В куплете есть интересные ритмические решения. В целом спорно. Спорный трек. Я бы такой не слушал. А че Фродо удалил тот трек с карты? Тогда посмотрим, удалил, не удалил. Вообще на другую карточку заливать, блять, респект. Лучше слушайте монета, оставайся со своей харизмой, это Asquerences. Лучше схожести Майота, оставайся со своей харизмой, это Asquerences. Я не понял структуры и смысла. Перефразирую, боже, блять, я нихуя не понял просто. С Майотом. Перепиши предложение полностью, я нихуя не понял. Короче, в целом прикольно. Не тайповщина супертрэпа. То есть это не ебаный тайп-трек, спасибо. Но типа быть похожим на моё, это имеет свою харизму, лучше получается у Аскверенсиса. Да, согласен. Согласен. Вот Asquerences хорош в этом плане, что у него типа прослеживается в его подаче, что он как бы фанат Майота, но при этом что-то свое в нем есть. Да. А тут, я не знаю, залетел как
с оба альбома. Я не помню, был трек даже похожий. Нахуй мне пачкать свои руки кровью, чтобы дело тебя не устрою? Нет, не ненавижу что-то другое, но может и ненавижу. Хз, ну что-то есть, короче. Ладно, в куплете есть интересное решение. В целом, трачок, ну типа такой, средний. Но в нем что-то есть. Хз, не знаю, правда. Но у Liberty вообще индивидуальности нету. Пока как будто да. Он к ней в один момент стремился, я так понимаю, не пришел все-таки. Так, фит Фрода. Фрода, мы что слушали с вами? Твой трек, да, был? Или как там он назывался-то, ёпт? Фрода, короче, ну, что-то есть во Фрода. Я уже, правда, его треки все забыл, нахуй, если честно. Не твой, точнее. А, я вспомнил. И вот этот еще трек. Фрода крутой, чел. Все, я вспомнил. Окей, тогда надеемся, ждем и молимся. Кайо! И Кайрон. Ёбаный твой рот, серьезно. Окей. Кайрон is crazy. Эта сука говорит мне, что я печален. Не даю повод говорить, и она это знает. Снова я глотаю, если не беру, значит занят. За нашу любовь схожа нафиг, щит, и все пропало. Меня для тебя мало. Это мертвый город, я на себя убивала. Шараю всем, кто был со мной, когда все начиналось. Я этот мертвый плазе знаю, okay, как это есть. Я остановлю время, чтобы перестать чувствовать боль. Мой бокалом полон крови, принеси мне хорошо. Эй, забери меня отсюда. Последняя минута. Ты мой снова отметил себя. Это похоже на убийство снова. А ему вроде 14 или что-то такое. Или я путаю. Я путаю, наверное. Со мной не новое. Тут нету поезд, почему так плохо. Красный цвет окрашен полом, мы с парнями корем. Называй меня своим, не подходи на то. Не, ну я не слышу здесь твое. По флоу может быть. Вот тембром, как Liberty в прошлом, он не похож. По флоу, да, это вое. А, первая артерия? Я не слушал. Окей, может быть. Думаю, что все время я тебя терял. Но оказалось, что теряю только время. Время, что не смог я дать. Оставляет только важные надежды. Как перестать себе это напоминать. Что ты была сильно на мне помешана. Эта сука говорит лишь, что я опечален. Не даю повод говорить, я на это знаю. Снова я глотаюсь, я не беру, значит занят. За нашу любовь схожа нафиг, щит, и все пропало. Ощущение, что минуту три убили. Меня для тебя мало. Это мертвый город, я на себя убивала. Шараю всем, кто был со мной, когда все начиналось. Я этот мертвый пазл сдала, как о тебе память. Ну-ка. Подожди, дейт это не с артерией, да? Сейчас я понял. Ну не пря, ну не знаю, блять. Подожди, Мия, ну давай Мия. Не знаю. Ебать, тут хайпер-поп, что ли? Охуеть. Чё нахуй? Независим от мнения массы, это кровь. Бля, есть что-то. Ну хуй знает, ладно. Я прям, ну... В силу того, что я артерию как бы не слушал, я не выкупил. Если бы я заслушал артерию в свое время, возможно, я бы заметил, что похоже. Когда орёт... Я просто обессилен. Я так много курю, что не чувствую себя. Заставляю думать, я не смог отвести взгляд.
Ну, допустим, ладно. Чего самая популярная сейчас? Вторая была. А, даже не вторая, а лол. У него реально первая самая популярная. Ну тут да, до херища так-то крутых тречков. Пать, у него почти 400к здесь. По поводу этого трека чуть-чуть подзатянутый, но ха-ха популярная. Ну ха-ха популярная, но первая Bloody Mary популярней, я так понял. Фродо. Короче, я считаю, что ребята неплохо сделали. Этот трек поинтереснее выглядит. Самое лучшее, что мне здесь нравится, куплет, это крутой от Liberty. Но чуть-чуть подзатянутый трючок. Я не знаю, ощущение, что он идет минуты 3. Возможно, за счет того, что это более тайповый трек. Возможно, за счет того, что здесь бридж достаточно скучный, я не знаю. Или парт Фродо особо не ебет. Я не знаю, есть где-то здесь причины, почему трек затянутый. Но трек ощущается прям как будто долгим. Хотя он 2 минуты всего идет. Это прям проблема. Вот. Но тут, я думаю, сразу несколько проблем. Бридж мне не очень нравится. Парт Фродо просто норм. Типа, ну, есть такое... припев, да, из 8 строчек двойной, типа в начале, в конце. В общем, трек посильнее, но первый более индивидуальный, конечно. Хотя там моё, тут, а тут что? Ну тут, блядь, ну тут Фродо Бой, а тут просто тайпов, тайп, блядь, не знаю. Ну это не звучит прям тайпово, знаете, я вам так хочу сказать, не звучит прям тайпово. Ну и пиздец индивидуально тоже не звучит. Так, Кайрун, Дауги. Ну Дауги мы знаем. Слушаем. Шанс. Какой-то ранний Риза, да? Релизом даже каких-то начинаю сначала, верил в любовь, ты исчезал. Мы оба знаем, между нами давно все пропало. Между нами все пропало. Не думать о тебе больнее, чем глубокая рана. Никто не верил, весь перед людьми не делал шага. В чем твоя проблема? Дай мне шанса. Бля, прям рису слышу. Прям нотки хорошие. И не везде слышится риса, да. Но в некоторых прям риза пиздец. Причем даже, ну, не то что 626, с каких-то анрелизов даже, блядь. С каких-то анрелизов. Покажи трек для 626. Не, я говорю, даже с каких-то анрелизов. Ну, Black and White. Ну, кстати, Black and White, ну хуй знает. Того, кого не видно. Ну вот по тембру, это Риза, ранний Риза, я имею в виду вот типа что-то такое. Вот ведь он так сладок, даже думать об этом нелегко. Но я тот, кто я есть, падший ангел, не бросая попытки найти свои крылья. Вот что-то такое, блять.
На вот такого Ризу похож. О, кстати, тут даже написано, кто миксил и мастерил. Аджанки, аджанки. Скуф, не замерзай. Так, ну это, да, наиболее интересный трек, в отличие от остальных. Есть местами Риза, местами что-то свое. Местами что-то свое. Я все равно не добавлю трек. Мне местами не совсем нравится реализация и харизма, но в целом это лучший трек с епишечки. Это нормально, да, это хорошо. Это, если что, можно в плейлист фрешманов будет добавить. Фрагмент. Так, добавляется еще здесь Wave Kiddy. 2009-го, блядь. Свой 33 работал. Я просто ему завидую. Этот бля, прикиньте, а ведь Шелти составлял плейлист ради меня. А уже 40 тысяч прослушек, прикиньте, блядь. И это все благодаря мне, просто представьте такую ситуацию. Это же реально все из-за меня. Из-за меня. Простите. Слушаем последний трек. Я обиделся, удалил плейлист со скором. Он лайкище. Ну сейчас-то все умрет в плейлист. Почему? Типа аутро, что ли? Да, конечно, это временно, да. Не стоит это всерьез воспринимать. Бля, только вот... Только вошел в трек, он уже закончился, блядь. Да, и барабаны, ну, не знаю, долго. Казань. Ни о чем, не успел даже провайбиться, так быстро закончился, пиздец. Очень маленький трек. По поводу Риза я скажу то, что вот он эти слова сказал в момент, когда вот была усердная работа над альбомом, уже конец, вот скоро дроп. Конечно, он скажет, что он заебался музыку делать. Он сейчас отдохнет и продолжит, куда он денется. Он не уйдет от музыки, потому что, блядь, она его кормит, нахуй. Конечно, не уйдет, блядь, оттуда. Я думаю, что можно даже в ближайшее время, можно даже, я думаю, уже осенью ожидать сингл. Так что какой-нибудь в гипертрэпе типа Инсаньяка или Лайфа Лива. Что-то такого можно ожидать. Ну и панк-то там, вы поняли. Он же просто сказал это в момент, ну типа очевидного, что вот выгорание работы над большим релизом. Сейчас он уже отдохнет, я думаю, ну никуда не денется. Конечно, будут треки, будут альбомы по-любому. Так что не переживайте по поводу этого. По поводу Liberty. Ну, я вам так хочу сказать, что мы получили 4 разных трека. Это меня радует. Вот это меня прям реально радует. По реализации у меня получается, ну, в целом по качеству какой-то по интересности меня ни один не интересует. Я ни один не добавил. Мне кажется, до 25-го хуй в рот. Да не-не-не, я вот чекайте, с осенью сингл будет, как минимум, я думаю. Я хочу добавить трек «Шанс» в «Fun of Music Freshman». Это достаточно интересно. Но сам я бы лично ничего здесь не слушал, потому что... Liberty есть еще над чем работать. В первую очередь, я думаю, над своей индивидуальностью, как будто реально. Я понимаю, что как будто он, возможно, многим чем вдохновляется, но вот нужно работать над этим, я считаю. По стилю есть интересные моменты. Да. В целом нужно просто еще работать. Пока что это просто неплохо. Типа, ну как-то так. Вот. Демки я не оцениваю. Только треки либо на SoundCloud, либо там где еще, ну без разницы. Вот. Мы получили 4 разных артиста, Воя 33 на Фрода, Риза и Майот на Liberty. Вообще, да. То есть он очень много в Liberty слышится разных артистов. Это, наверное, основная причина, почему не хочется как бы слушать EP-шечку. Потому что по факту это Риза на минималках, Майот на минималках, ну и Воя как бы тоже на минималках.
про Фродо речь. Про Фу... Ну, вы поняли, да. А за сколько? 500, если первым в очереди, и 200, если в очередь, которую месяц ждать, блядь, сори. Вот. Но мы сейчас уже будем офф отстрим. Да. В любом случае, спасибо, Liberty. Будем ждать следующих релизов. Этот немножечко, ну, да. А вообще, так как Liberty не в техику больше, тут уже нужно, ну, следить за, дальше за тем, что мы будем за ним следить-то или нет. Потому что вот с какого времени я его знаю? У меня же ни один трек у Liberty не добавлен. Да, не один. А, мои вот. Шанс, это нет, не один. Вот, благословлен. Не, добавлен, ладно. С Сониксом. И вот это, да, крутой трек, ладно. Угу. Хорошо, хорошо, ладно тогда. Но просто теперь нужно более внимательно следить, потому что, ну, теперь его есть, что... Если дальше пойдет хуйня какая-то, то придется уже кикать реально. Он, кстати, в плейлистах есть еще. А, ну, скорее всего, с Сузиксом. Шайни Руби здесь. Ситрикард здесь, блядь. А где, блядь, я скипнул, да? Ай, похуй, лень искать. Ладно, короче, вы поняли. В любом случае, спасибо, Liberty. Ждем следующих релизов. Да, только получается, EP-шку мы не добавили. Это означает, что, ну, чё? Еще трека 3, если как бы следующих не будет добавлено, я думаю, где-то так, да? То это как... Ну, я думаю, что Liberty может. Так что будем верить. Да. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.